страницу F5 сделал. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Этот замечательный вечер, один из самых коротких дней в году. Вчера началась астрономическая зима, хотя зима уже у нас давно наступила, но тем не менее чисто астрономически она началась именно вчера. А вот, кстати, Международный день бардовской песни, который многие наши коллеги и друзья отмечали разнообразными концертами, в том числе и ваш покорный слуга вчера выступал в Красноярске в составе замечательной команды красноярских авторов и исполнителей. Вот. Ну, а сегодня мы здесь опять, в нашем замечательном залечке Брезенхола. И прежде чем начать наш сегодняшний вечер, который, скажем так, совсем состоит не совсем из бардовских песен, и это хорошо, потому что общая культура, хорошие песни, они ведь и потому хороши, что независимо от жанра нравятся людям. И это здорово. Собственно, поэтому Брезенхол тоже всегда приветствует совершенно различные жанры. И буквально через два дня мы опубликуем программу уже на январь-февраль, и вы увидите, что здесь будут уже присутствуют разные жанры и инструментальной музыки, и фолка, и бардовской песни, естественно, и так далее, и тому подобное. Ну, а прежде чем, опять же, представить наших сегодняшних участников, я бы хотел всех поздравить с наступающим Новым годом, всех католиков поздравить с наступающим Рождеством, потому что у них оно будет послезавтра, великий праздник, пожелать всем самого хорошего в наступающем году, самое главное – здоровья, оптимизма, веры в себя, веры в будущее, заботы о своих близких, о том, чтобы каждый из нас шел своей дорогой и всегда понимал, все, что он делает, может быть, ошибается, но все, что он делает, делает этот мир лучше. Вот. Ну, а сегодня у нас в гостях уже некая традиция такая наблюдается в истории Брезенхола, что под Новый год мы устраиваем концерты студентов гимназии, международной гимназии Сколково. И сегодня у нас в гостях три замечательных человека. Я начну, наверное, по мере возрастания, скажем так. Это Екатерина Букальчук. Аплодисменты, да. Приветствуем, друзья. Это Александра Букальчук. И преподаватель гимназии Сколково Лариса Елынская. Вот такой замечательный, красивый, женский коллектив, который перед Новым годом, я думаю, уверен, точнее, нас одарит замечательными эмоциями, потому что будут звучать песни совершенно различных авторов, совершенно разных стран вот, и народов. И это замечательно. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, здравствуйте. У нас сегодня как бы такой предрождественский концерт, субботний вечер. Мы вас всех поздравляем с этим временем, потому что это очень хорошее время. У нас заканчиваются праздники, начинаются елки, заканчиваются в школе. Вчера у нас был грандиозный спектакль. Огромный. 90 детей было на сцене. И наша гимназия отличается очень большим творческим потенциалом. У нас дети и пляшут, и прекрасно играют. Ну, 90 детей на сцене, представляете? Какой это был большой спектакль.
по масштабам. Вот. А сегодня у нас такой камерный и очень такой, мне кажется, нежный будет концерт, потому что все-таки две сестры, две девочки, две девушки. Они поют дуэтом достаточно давно, уже третий год. И занимаются у меня в классе Саша пятый год, а Катенька третий год. И они не только играют, скажем, на рояле, не только поют, они играют на рояле, на синтезаторе. У нас такой широкий спектр музыкального обучения. Это не музыкальная школа, но тем не менее... И самое главное, тем не менее, все-таки мы владеем инструментом. Саша сегодня покажет небольшой номер. А называется... Песня первая, которую мы хотим показать, называется «На дельфине». Это песня Новеллы Матвеевой. И мы разделили нашу концертную программу на четыре блока. Вот первый наш блок о юности, о мечте, о нежности, о путешествии. В основном о мечте молодого человека. Одну секундочку, Лариса. Одну секундочку. А, простите, пожалуйста. Что же все вперед ведущего вечно стремятся? Потому что у нас пришли гости, мы сейчас дадим возможность им зайти, сесть. Вот. И тогда мы начнем, пожалуй. Гости дорогие. Куда ты, гости? Нет, гости есть. Сейчас. Я могу еще поговорить, рассказать. Можно, да? Можно, спасибо большое. Я очень люблю этих своих студенток. Я очень люблю эту семью, потому что и говорю всем своим студентам, что они несут кусочек семьи, приносят в школу, и то, как они себя ведут, как они относятся к друг другу, к педагогам, к своим обязанностям. Это кусок той культуры, в которой они живут дома. И девочки, вот Саша, например, у нас олимпиадница. Причем очень серьезно занимается и физикой, и победитель олимпиад физических и математических. Представляете? А еще Саша играет на скрипке. А Катя у нас увлекается чем? Ну, тебе очень сильно, Катюша, хвалят все педагоги. Но Катя еще, наверное, не определилась. Итак, теперь мы можем начинать, правильно? Итак, да. Первая песня называется «Дельфиния». Написала ее Новелла Матвеева. И первый блок наш о мечте. Набегают волны синие, зеленые, нет, синие, как хамелеонов миллионы, цвет меняя на ветру. Ласково цветет глициния, она нежнее иния, где-то есть земля дельфиния и город кенгуру. Это далеко, но что же далеко, но что я туда же уеду, я туда уеду. Ах ты, Боже ж ты, мой Боже, что там будет без меня? Пальмы без меня засохнут, без меня засохнут, розы без меня загрохнут, розы без меня, птицы без меня замолкнут. Вот что будет без меня. Да, но без меня в который раз уплыло судно дикобраз. Как же я подобную беду из памяти сотру? А вчера пришло ко мне письмо. Штампили моей дельфинии со штампом кенгуру. Белые конверты с почты, рвутся, как магнолии, почки, как магнолии, пахнут, как жасмин. Но вот что пишет мне моя родня: пальмы без меня не сохнут, пальмы без меня не сохнут,
смахну, стряхну, сотру. Ласково цветет клицинья, она нежнее иния. Где-то есть земля дельфиния и город кенгуру. Так, вы не спешите, Лариса Петровна, не спешите. Не надо спешить в таком замечательном действии. Да. Потому что вот Ирина Полик или Поляк, наверное, Полик, да, по фамилии, пишет: шикарное исполнение и множество восклицательных знаков. Но мы продолжаем путешествовать. Катенька, я попрошу сесть, а Саша споет песню Александра Вертинского. Белый пароходик. Мальчик смотрит, белый пароходик уплывает вдаль по горизонту. Несмотря на ясную погоду, раскрывает дым Матвеева, только уже Веры. Катеньку попрошу я вернуться. Называется эта песня «Море». И она тоже о мечте. Не подану, не сгину, я прошу.
окружают рыбы, меня провожают крабы, плывут за мной тонны и славы, метус разноцветные глыбы. Качай меня, море, море, неси меня, море, море. Такая большая лодка, мое голубое море. Человек с ником Тинипо. Так, что такое Екатерина? Ты даже знаешь, кто это, да? Нет. Просто ник очень забавный. Да. Ну, Тинипо пишет очень красиво. Спасибо. Потом он же пишет очень красиво, умноженное на два. Это она? Или он? Она, да? Ну, замечательно, спасибо. Кстати, она же пишет «Божественное пение», город Норильск, между прочим. А, вот это да! Человек с ником YVG. Ну, как? Очень красиво, девчонки, молодцы. Спасибо. А мы продолжаем. Мы закончили с блоком о мечте и переходим к песням о родине или связанное с нашей родиной. Ну, в общем, первая песня была написана Юрием Висбором, называется она «Многоголосье». В его колосьях мне вечно слышится.
замечательно. Вот Олег Коробенко пишет, это наш друг большой из города Курска. Умницы, английское исполнение, браво. София Фисенко, многочисленные аплодисменты, куча-куча аплодисментов. Сергей Сорокин пишет, здорово, и улыбается, видно, ему хорошо. Нашего первого блока финальную песню. И мы сейчас... А программа-то у кого, Лариса? Я не понял. Ну, это, думаю, ничего. Нет, мы вернемся к мечте и споем песню, которую написал Евгений Крылатов на стихи Юрия Энтина. Называется эта песня «Лесной олень». Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел по гулкой мостовой рыжим лесом, пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну, олень. Сильные рога задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, учи меня, олень, свою страну, оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, учи меня туда, лесной. Дождями смыт оленя свет, только знаю, он ко мне придет, если верить, сказка оживет. За мной лесной олень, по моему хотенью, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небо, учи меня туда, лесной олень. Мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Мы продолжаем песню о нашей родине. И сейчас я хочу пригласить Сашеньку за инструмент. Я уже сказала, что Саша... Катенька, садись. Мы споем песню из кинофильма «Прощайте, голуби». Написал ее Михаил Фраткин. Стихи Михаила Матусовского. И кинофильм тот же самый. А Саша... Можно, да? Вот повыше сделать чуть-чуть там как? Попробуй. Я продолжу. В этом году Александр заканчивает школу. Мы, собственно, выучили эту песню к окончанию школы. Она давно как-то не звучит, а она одна из красивейших, красивейших песен, которые вот были в нашем кинематографе. Пожалуйста, Сашенька. Thank you.
наше завтра скорей. Распахни небосвод. Мы гоняли вчера голубей. Завтра спутники пустим в полет. Пусть летят. Замечательно, замечательно, Саша. Огромное спасибо за действительно одну из самых искренних и трогательных песен, касающихся и школы, да и вообще жизни. А тем временем Ирина Полик пишет: «Передаю привет из Москвы талантливым студенткам с прекрасными голосами». Куча аплодисментов. Человек... прежде чем дальше зачитать, мне понравилась фраза Ларисы Петровны перед вот этим исполнением: «Мы сейчас поем». Это было изумительно. Это было хорошо сказано. Человек с ником Зайчик Саша. Масса сердец, таких обычных, с пальчиками, да? Масса, просто масса. Ну вот зайчик у нас такие, очевидно. Тинипо из Норильска пишет по поводу этого исполнения: «Саша жжет». И много костров. Человек с ником Вилл, три сердца, очевидно, что-то означающее, да? Ну, да, любовь, нравится, я не знаю, что это такое. Он же пишет: «Лесной олень на бис». Вот так вот вам. Сашенька, спасибо. Ты присаживайся, а я Катю приглашу. Катя сейчас споет песню на стихи Роберта Рождественского. Музыка Оскара Фельдсмана, называется эта песня. Она в свое время была в репертуаре Эдиты Пьехи, она потрясла в свое время всю нашу страну. Потрясла, вы знаете, моих студентов от мала до велика, потому что когда Катя выучила эту песню и спела, эту песню пела вся наша школа. Причем, когда Катя появляется на горизонте, особенно если заходит, а у меня там идут уроки, случайно там ее просто просят все время эту песню спеть. Итак, «Огромное небо» — это действительно история, которая произошла в действительности. Простите. Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо одно. На двоих летали, служили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, но прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванула с небес, и вздрогнул от взрыва березовый лес. Посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них
Сашенька. Действительно, да. Вы вот опять спешите сюда, Лариса Петровна. Вас плохо видно, Евгений Викторович, очень плохо видно. Это замечательно, зато меня слышно. Я же говорящая голова, поэтому мне так давно бы слышно, а не видно. Саша, а ты выходи. Сашенька, ты пока проходи, да. Так, Людмила Зайцева, «Огромное сердце» нарисовано. Наталья Богатырева, «Иван Город», пишет она. «Браво, Саша и Катя! Браво, Лариса Петровна! Спасибо огромное за ваш труд и талант!» Ирина Полик пишет. «Катя молодчина и масса там больших глаз!» Семен Гармонист. Вот такой ник. Ну, Лариса Петровна, привет из Сколково. Ага, отлично. А вот дальше начинается самое интересное. Человек с ником Ели Си, это раздельно, написал что-то, я так понимаю, китайскими иероглифами. Я не в силах это перевести местный диалект на русский. Будем надеяться, что там хорошее. Ну, да, наверное. И закончить этот блог о родине, то, что связано с... Эта песня будет... Хорошо, я просто называю. Риорита, которую написал музыка Сергея Никитина, а слова Геннадия Шпарикова о последнем дне перед тем, как случилось 22 июня 1941 года. Он у нас о любви. И первая песня, которая прозвучит, написала Сергей Никитин, называется под музыку Вивальди, а стихи Александр Ильичанский. Задавайте об этом и о том. Вы слышите, как жалко,
плакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не нас, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы. Тем временем Лилия Сиренева пишет. Лариса Петровна, Саша, Катя, вы прекрасны. С любовью, ЛВ. А дальше человек с ником Целестина пишет. Спасибо за любимую песню в прекрасном исполнении. Это очевидно про Рио Риту. И тут же после начала под музыку Вивальди и снова любимая песня. Масса цветов и восклицательных знаков. «Любить, что было сил» мы продолжаем. И следующая наша песня из кинофильма «Цирк», музыка Дунаевского. А стихи Лебедева-Кумача. Называется она песня «Сон приходит на порог». Прекрасно.
А все-таки, Лариса Петровна, надо было уточнить, что все-таки музыка Исаака Дунаевского, на всякий случай, на мой взгляд. Не Максима, нет. Мало ли что у людей может в голове быть. А тем временем человек с ником Вилл, который требовал лесного оленя на бис, написал, видно, демонстрируя свое знание иностранных языков или чего это такое, очередной ряд иероглифов. Но в конце большое сердце, очевидно, с любовью. Этот перечень иероглифов, очевидно, был с любовью. Антон Дмитриевич пишет. Умные, талантливые девочки, прекрасное исполнение. Катя, Саша, Лариса Петровна, спасибо вам. Антон Дмитриевич – это зауч нашей школы, любимый. Замечательно. А в ответ человеку с ником Вилл, человек с ником Ели Си отвечает тоже набором иероглифов. У них видно диалог какой-то между собой. С большой улыбкой. Спасибо за улыбку. Мы надеемся, что эти иероглифы означают только одно. Любовь, любовь и любовь. Виктория Федорова пишет. Спасибо большое. Вы молодцы. Удачи вам в творчестве. А продолжить мы хотим песни. Катенька может присесть. А Саша споет песни из кинофильма «Серената. Солнечные долины». Песня «Мне декабрь кажется маем». Гарри Уоррен. Это классика-классика. И ретро-ретро. Why do robins sing in December? Long before the springtime is due. Теперь Семен Жернаков пишет. Очень красиво, поют великолепно, молодцы. И человек с ником Йона Бакальчук, наверное, это фамилия, да? Тоже присылает вам пару сердец на воздушных шариках. А теперь я попрошу Сашеньку отдохнуть, а Катю тоже спеть песню гениальной, потрясающей Эдит Пиаф. Песня называется «Нет, я не жалею ни о чем». Музыка Шарля Дюмона, стихи Мишель Бокер. Balayer les amours
виклор тримало, балиє пуртужу, зере пара зеро. Нон, рє до рєн, нон, же не регрета рєн. Молодец, Катя, спасибо огромное. Тем более, что это был такой некий ответ посту, который я сейчас прочту. Человек с ником из семи букв Я-Л-К-В-М-О-М. Вот такой ник. Нет, ну это еще не самое веселое в этом нике. Дальше я читаю ник. Поскольку эти буквы я еще знаю, еще помню. You think very beautiful. I'm crying right now. И много слез. I'm very happy because you're singing in English. Thank you very much, Читай Сити. Ну вот, спасибо вам за такой замечательный пост. Мы ответили на это, Катя, точнее, ответила на этот пост французским, да? И это правильно. Сейчас у нас будет небольшой эксперимент. Прозвучит песня сложнейшая. Мы рискнули ее выучить. А перед этим были все простые. Вот я думал, Катя, вот, понял. Ну, у нас сплошные в этом году эксперименты. Вот, и мне кажется, где-то они даже у нас удаются. Прозвучит песня, ну, так мы в бардовской среде называем ее «Птица». Музыка «Венесиуш де Мораеш», а на русский текст перевел ее наш, в общем, ну, не друг, но очень такой известный нам человек, и мы встречались, Игорь Иванов, который живет в городе Томске. Пожалуйста. Песня «Птица». Тебе лучше выйти, Саша. Она дуэтная, да. Не оттуда, пой там. Готовы? Не уходи. Жить не успею.
кроме меня, тонут в йога тума. Мы будем вдвоем, только вдвоем, я в том далеком пути, до заката еще далеко лети, до заката еще далеко лети, до заката еще далеко. Закончить такой блок о любви мы хотим песни из кинофильма «Мама, не снилась». Это песня нашей юности, нашего, даже я бы сказала, еще и детства. Замечательный, совершенно прекрасный фильм. Спели эту песню сестры Лисян в кинофильме. Вот, написала ее русский текст Рабиндранат Тагор в переводе Аделины Азалес, а музыку написал Алексей Рыбников. Песня называется «Последняя поэма». Лишь ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня. Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили, кот, мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь тебе вздох от меня. Ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня. В полночь забвенья на поздней окраине жизни. Тем временем человек с ником Элли Си, помните, который писал иероглифами, пишет, читаю: I don't understand the words, but I feel that you are thinking about something very kind. It warms my soul. Ну, я перейду, да, на всякий случай. Я не понимаю слов, но я чувствую, что вы поете о прекрасных вещах. И это волнует мою душу. Вот. Саша, а вот скажи человеку about what you're thinking. На английском. Я боюсь показать свои знания. Выпускница международной гимназии Сколково. Браво! Я боюсь ошибиться. We are thinking about
love, kindness. Я не знаю, что еще сказать. About good things. Yes, спасибо. Тинни По пишет, тем временем вы сочетаетесь с елкой. Это, наверное, по ваших уже нарядах пошло обсуждать. Одна из участниц. Это специально было все подобно. Я так понимаю. Это все в нашей компании, да, в том числе. Анара пишет, очень красивая такая сложная песня, на два голоса вы отлично справились. Я случайно про елку написала. А нам понравилось, как вы случайно написали, да? Семен Жернаков пишет. В сердечко. Ну и у нас теперь остался последний блок. Праздничный, рождественский, новогодний. И начать мы этот блок хотим песни из кинофильма «Карнавальная ночь». Ее пела в свое время. Кто пела? Людмила Гурченко пела. Она прекрасная пела и играла роль там хорошо. Песенка называется «Песенка о хорошем настроении». Написал ее Анатолий Лепин. И стихи Владимира Коростылева. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. Хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимой друг рассорил случай, часто те, кто любят, ссорятся зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порой взгляды говорят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. Хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть друзей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните о них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. А сейчас я Катеньку попрошу присесть, а Саша нам споет песню из кинофильма. Скоро будет ведь 100 лет, ну не скоро, но во всяком случае уже так мало осталось, как этому фильму 100 лет, из кинофильма «Цирк». Вот Саак Дунаевский, стихи Василий Лебедев-Кумач, называется эта песня «Лунный вальс». В ритме вальса все плывет, весь огромный небосвод. Вместе с солнцем и луной закружился шар земной, все танцуют в этой музыке ночной. В ритме вальса все плывет, весь огромный небосвод. В ритме вальса все плывет.
Тем временем человек с ником, которого сложно сочиненный из букв, из семи, ЯЛКВМОМ, вот, пишет: Merry Christmas! Thank you very much! Merry Christmas! И, Катюша, выходи, пожалуйста, на песню «Снегурочки». Стихи написал Андрей Усачев, а музыку Михаил Макиенко. Песенка «Снегурочки». Кружится снежина, кружится снежина, хоровод. На часах старинных полночь бьет. И зима раскрасит небосвод белой краской. Кто-то постучится, кто-то постучится за окном. Елка загорится волшебством. И преобразится все кругом зимней сказкой. И поднимется завеса, и снегурочка из леса. Снежная принцесса поплывет, и примчится птица тройка, и детей сбежится столько, и случится это только в Новый год. И поднимется завеса, и снегурочка из леса, словно снежная принцесса, поплывет. И примчится птица тройка, и детей сбежится столько, и случится это только в Новый год. Так, я просто тут немножко тоже, потому что человек с ником Элиси снова пишет, ну, естественно, уже теперь на английском по-прежнему. По крайней мере, на английском мы можем что-то понимать. По крайней мере, я что-то понимаю из программы первых двух классов церковно-приходской школы. The woman in white plays very beautifully. Пожалуйста, женщина в белом играет очень красиво, прекрасно играет. Thank you. I fully agree. Женщина yes. Убела. Ну, вот я посмотрю, у нас очень жестко и правильно мы идем. Мы планировали часовую программу. Мы справились. Таймер показывает, что мы час на сцене, и мы хотим закончить и поздравить вас прекрасной песней. Ее очень многие поют. Мы использовали музыку, и музыку написал Леонард Коэн. Русский текст написал Леонид Агутин. И наша Галина, любимая Галина Аркадьевна, дописала. Педагог-физик. Да. Педагог, который учит Сашу физике, и, наверное, Катю будет в перспективе физики учить, у которой очень много, да, очень много детей. Как это называется? Это у нас же конкурс, а у вас это все? Олимпиадников, да, которые поступают и в физтех, и в Бауманку, и в МГУ поступают на физфак. Поэтому, вот, ну, как всегда, да, талантливый человек талантлив. Вот она написала, нам помогла, она сама и поет тоже. И очень, скажем, мы очень дружим, и бывает у нас на уроках, и подпевает. Очень любит наш ансамбль, у нас несколько коллективов, но вот старшеклассники у меня в этом году замечательные, и мы будем, я надеюсь, весной выступать всей нашей замечательной командой. А сейчас мы хотим поздравить нашу любимую гимназию Сколково, всех наших педагогов любимых. Да, девочки, хотим поздравить? Да, конечно, конечно. Поздравить всех наших родителей замечательных, всех гостей, всех, кто сегодня присоединился к нам. Спасибо вам, Евгений Викторович. Вячеслав Леонидович, вам отдельное спасибо за звук. Мы всех поздравляем с Новым годом. Звучит песня «Аллилуйя». Ну, текст чуть-чуть, да, немножечко изменен. Thank you.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый день, который проживу я. За радость, грусть, за свет, за тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя! 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 Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь, за снег, минут неумолимый мир, за свет в моем окошке. Дорогие девочки, спасибо. Листой лист. Вы просили. Да. Ну вот, на этой оптимистической ноте можно уже вручать цветы, между прочим, если есть в зале такие желающие. Можно выходить на сцену и вручить цветы. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях замечательно Екатерина Бакальчук, Александр Бакальчук и их преподаватель Лариса Ялинская. Вот вручение цветов идет. А мы на этой оптимистической ноте, мы команда Брозенхолла, я Евгений Савельев и главный виновник качества звука и качества видеокартинки Вячеслав Тигранян. Поздравляем вас всех. Спасибо вам огромное за доставленное удовольствие. С новым наступающим Новым годом. Вас, дорогие наши слушатели, тоже и зрители, с наступающим Новым годом. Счастья вам, здоровья, оптимизма и мирного неба. Берегите себя. Всего самого доброго. До свидания. Ура! До свидания! Давайте на раз, на три, поклонимся. 3, 2, 1.